Приветствую, с вами Екатерина. Вам знакомы пиявки? А герудотерапия? Конечно, это стоит испытать, и я, находясь в санатории, решила на себе испробовать. Хранятся пиявки в холодильнике. Перед тем, как их использовать на сутки, их убирают из холодильника, но по мере использования пиявки выбрасываются. Но если вы пользуетесь пиявками, их можно использовать для повторного применения. Ну а теперь немножко о пиявках. Конечно, мы не очень любим этих червей. Да-да, именно червей. Это класс кольчатые черви. И существует их более 200 видов. Но используются только лечебные пиявки, аптечные и восточные. Эти черви имеют три мощных челюсти, способных прокусить кожу человека с образованием кровоточащей ранки. И при этом пиявка вводит в ткань десятки биологических веществ, многие из которых обладают обезболивающим, противовоспалительным и противосвертывающим действием. Высосав нужное количество крови для пиявки, она отпадает. Существует три механизма положительного эффекта на организм человека. Биологический. Этот механизм реализуется за счет воздействия химических веществ, содержащихся в слюне пиявки. Одним из самых активных компонентов в ней является фермент гирудин, который замедляет свертываемость крови и оказывает противовоспалительное действие. Также есть механический, наиболее понятный метод, хорошо изученный. Суть его заключается в том, что при воспалении и многих других патологических процессах происходит венозный застой крови в пораженной области. Это приводит к появлению отеков и при повышенном тромбообразовании может приводить к тромбозу сосудов. Пиявки, отсасывая лишнюю кровь, способствуют разгрузке венозной системы. Есть также рефлекторный, наименее изученный и сравнительно недавно открытый механизм благоприятного воздействия герудотерапии. В целом он во многих отношениях пересекается с иглотерапией. Те пиявки, которые были установлены мне, это мои пиявки, и мне не хотелось их выбрасывать, поэтому я их забрала и привезла домой. Если появится интерес, я продолжу видео. Но это только если появится интерес к вот таким вот пиявкам. Всего доброго!